Это плакат на чеченском. Здесь написано: «Наши дорогие братья и сестры, мы с вами». И таким образом мы хотим, по крайней мере, выразить свою поддержку тем людям, которые в Чечне подвергаются сейчас насилию или подвергались незаконному преследованию. Сегодня у нас буквально чуть ли не первая, может быть, единственная пока что возможность открыто и публично выступить с этим с протестом по поводу происходящего в Чечне. Вот у нас вопрос, некоторые, например, смотрите, да? Тут вопросов нет. Вопросов нет, как тут вопросов тоже нет. Вот это вот. Что обозначает? Что обозначает? А вы... Вот я хотел бы услышать от вас. Можно? Я вам могу. Мы 3 раз показывали адвокат на самом. Подождите, можно? Раз уж Игорь начал говорить. Ну, это же я стою. А хорошо, давайте вас послушаем. Вас как зовут? Марина. Александр Александрович. Михаил Яковлевич, организатор. Вот. Объясните, пожалуйста. Осуществляются репрессии, да. Нарушаются права человека, в том числе и за гомофобию. В том числе. Здесь нет слова в Чечне, тут просто гомофобия убивает. Ну что вам, если будет гомофобия в Чечне, вот, убивает? Тут я, например, понимаю, о чем речь, тут не понимаю. Гомофобия в любом регионе убивает, независимо от того, Чечня это или какой-нибудь да, еще субъект России. Вопрос, у меня нет вопросов, понял. Я считаю нормально совершенно. Убийство, вот тут вопросов нет. Вопросов нет. Все, у меня только вот по большому да, счету. Да, все был, окей. То есть впереди какой-то вот был вот. А по поводу вот хватит ли варварские традиции, что вы имеете в виду? Варварские традиции — это когда вот бывает убийство чести, так называемое. Женщин убивают на Кавказе. Услышал вас, я понял. Да. Спасибо. Вот это вот, расшифруйте, пожалуйста. Это просто надо. Прекратите охотиться на геев в Чечне. У меня нет. Хорошо. Дорогие братья и сестры, мы с вами. Это на чеченском языке. Ну, я чеченский не знаю. Я тоже не могу, как бы. Мы тоже не знаем, но можем мы его на всякий случай вот как бы чтобы устранить? Потому что я, честно, не знаю чеченский. Я тоже не знаю, это нам друзья помогли. Можно переводчик проверить? Ну, я не могу, как бы. Хорошо. Сан Саныч, я думаю, что нормально, оставим. Хорошо. Все. Я вам, то есть, вы не имеете? Нет, не имею ничего против. Я сказал, девочка с девочкой.